контраста я попадаю домой. Попытаюсь быстро собрать свои вещи, планировать завтрашний день. Завтра финал двух БК. Собираем манатки. Сегодня сам, без Вадима. Постараюсь держаться молодцом. Буду рвать за двоих. Вадим, давай. Люди у нас тут уже не новые, все опытные, все, я надеюсь, выучены правила. Да? Все остальное без изменений. Никакого алкоголя, никаких сигарет, всех тоже. Если вопросов больше нет, занимаем места согласно купленным билетам. И готовимся. Спасибо. У меня столько было, да я видел, я тут тяну, прикинь, пацанчик вот так, и я вот так беру, и он снимал камерой. И он видел даже на камеру, она тупо прямо в пацанчике фух и выпрыгнула и ушла. Так люблю байки послушать. Да. Стоите с нами. У меня получается в первом туре проигрыш Константину. Хорошо. Потом у меня получается два выигрыша и остальные ничьи. Вот этот вот товарищ, сколько рыб спускал, это я в шоке. Так, знаешь, сколько у меня было на первой вымазке? Так, 7 плюс 5. Хрен, у вас было рвалово, за, если бы вы ее пили, не раздразнили. Итак, восьмое место Колесник. Здравствуйте, Колесник. Так неожиданно, как веселый, я смотрю. Сюда. Немножко не ожидал. Седьмое место почитали, Дмитрий. В одном туре у меня утонул 10 раз подряд. То есть сходы были. Шестое место Панасюк.
Опа. Ой, извините. Ну, так, десятая Ждана. Четвертая Малинок. Третье место Зарицкая Виктория. Второе место Кулик Александр. И первое место Демьяненко. Зарицкой достается Панасюк. Или Панасюк у Зарицкой. Это было. У Зарицкой, но и Малинок Ждановы. Вы же джентльмен? Да. Ух ты! Молодец такой! Да-да-да! We'll be right back.
Один тур. Спасибо большое вам, спасибо большое. Вам это спасибо. Было достойно, поверьте. Женя, молодец, был красавчик, конечно. Ну это было я. Это было вообще. Чуваки, ради этого стоит ловить форель. Только ради этого. Отбомбили, конечно, такое, я думаю. Что у меня самого аж нервы, блин. Ну, я там вообще вот так.